Но учитывая, что это The Forest, никуда мы не долетим. Вот тебе и эконом перелета. Открыт только если катастрофа. Но пока ничего страшного не произошло, нужно искать сразу то, что может пригодиться при выживании. Например, вот друг. Он пригодится. А что с тобой случилось? Ты в ТикТок зашел без VPN, что ли? Значит, знакомьтесь, мой новый друг. Келвин. Но не Кляйн. Не путайте его с трусами. Хотя по развитию он их очень напоминает. Как его включить? Все понятно. У него подписка на слугу закончилась. Твоя задача. Просто ходить и не мешать. Потому что я профессионал-выживальщик. Ага, вот, ознакомься. Много тебе не требуется. Найти бы какие-то инструменты должны же быть. Куда ты пошел? Что ты пристал к животным? Ой, дурак. Началось выживание с мужиком в лесу. Палочка? Все, я нашел себе оружие, слышишь, у меня будет палка. Найди себе тоже что-нибудь. Я могу это есть? Я могу это есть. О, шимпанзе! А стой, это какие-то типы. Привет! Я пришел с миром! Настолько со мной общаться не хотят? Да ты ч... Я поем сегодня или нет? Я либо что-то ем, либо я ем Кевина. От него все равно толку мало. Какой-то горлом привязался, думает, что мы хоббиты. Что тебе надо? Ого, вас полно! Мелочи нет, уходите! Не обращай внимания, Кевин, это просто цыгане. Да, блядь, не тыкай пальцами, Кевин, некультурно! Тип уже представляет, как себе девятку купил и крутит круги. Слушай, а давай здесь жить? Надо еще, чтобы окно было. Это 100%. Он прям помогает! Он прям рубит! Слушай, а мы с тобой сработаемся? Он еще траву вообще счищает. Слушайте, он суперский парень. Мне такое надо. А распределение обязанностей — это вообще кайф. Ё-моё, тут весь лес вырубил! Стой, ты куда? Хватит! Где он там крушит уже? Так, это базовый пол. Я не понял с дверью еще раз. Нужно вырубить сначала типа... А, потом балку. Понял. Все, я понял. Келвин, блин! Отмена рубки. Строй костер. Все. Бревнам не прикасайся. Что, получается? О, сделал. Хорош, слышишь? Только ты лес палишь сейчас, придурочный. Нормально тебе? Да. А ты молодец, ты молодец, слышишь? В принципе. Короче, на, поизучай инструкцию, разберись. Вот тут прям. И виды на гору. Ух, ах, там справа так, тут слева так. Тут вообще прекрасно. Будем тут жить. Кевин, ну куда ты? Это не Кевин. Я не прописываю никого сюда больше. А это дом на одного. Кевин, ты будешь на улице спать. Пить, жрать, ёб твою ж мать. Но пить можно с лужи. С едой только одна проблема. Она не хочет быть едой. Это съедобно? Съем все цветы у вас здесь. Я, короче, конь теперь. Я веган в командировке, что поделать? Моя работа сожрать весь лес. Что, тоже подкрепиться пришел? Чё ты хаваешь? Ты не ешь это, дурак, блин! Ты ж просрёшься, дебил. У нас из бумаги только... камни. Слушай, не мешай строить дом. Кевин, снеси палки, две штуки всего надо. О, дождь, восхитительно. Да, конечно, иди в мой дом, погрейся, я ж тебя приглашал. Ты обнаглел, что ли, там? Ты что там делаешь? Это от пристройка на... Да оставь сарай в покое. Он что, может ловить рыбку и кормить Валерку? Господи, мужчина мечты. Молчит и делает. Наконец-то нормальная еда. Ну а чё нам, блогерам? О, да, это та самая дубайская рыба, запеченная в баксах. Кевин, будешь есть? А, никто тебя не спрашивал. Я для тебя стул поставил, ты чё, это твой стул. Мой дом, твой стул. Заслужил. О, бабочка. Я что, фея? Нет, Кевин, ты не котик. Слышь, голожопый, ты мой дом ломал? Ты мой сарай шатал? Я твой сарай шатать буду. Плотинологи! Я вам ничего плохого не делал. Видите? Я не Валера. Кого-то... Памперс? Блин! Меня что, похитили? И что вы меня сюда притащили? Где мои вещи? Я, пожалуй, пойду. Спасибо за гостеприимство. И музыка ваша отстой. Где она? Ау! А, да? Ладно, не такая же она и отстой. Мы не гордые. Я тогда, пожалуй, просто заберу свое и уйду.
Да за что? Значит, хотят драку. Я просто хотел построить сарай. Теперь понятно, что я не особо...